Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка посылок из Китая. В данном варианте пришли два аккумулятора типа NPF-960P, всем известный соньковский вариант, для того, чтобы использовать их для, например, света EGNO 216, либо для того же самого кольцевого осветителя EGNO 608. Также можно использовать, например, в мониторе Best View, для того, чтобы автономно снимать непосредственно какие-то локации. Все данные устройства есть на моем канале, то есть всем желающим можно посмотреть данное видео. Поставляется вот в таком варианте, то есть я брал две штуки, ну как бы одну в резерв, хотя для EGNO 608, то есть там можно ставить попарно, если ставите одну, то будет один какой-то источник света, одна половина. Поставляется в таких вот стандартных коробочках, одну мы пока отложим. Внутри у нас находится непосредственно сам аккумулятор, пупырочки. Так, ну и вот он, аккумулятор. То есть есть даже индикатор заряда. Так, снизу есть характеристики. Так, ну и подключение непосредственно к источнику, где вы хотите, чтобы данный аккумулятор у вас работал. Давайте проверим функциональность данного аккумулятора. Итак, смотрим. Есть у нас два аккумулятора, источник света и EGNO 216. Давайте посмотрим, как будет работать этот аккумулятор. Так, вот мы защелкнули. Он находится внутри. Давайте включать. Как видим. Ну, смотрим работоспособность аккумулятора. Все работает. Никаких проблем. Ну и можно второй проверить. Как видим, то есть два аккумулятора у нас работоспособны. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.